Любовь, как говорил мой педагог Олег Павлович Табаков, это желание касаться. И я никогда, когда мне было 16 лет, мы все студентами слушали это и думали, в смысле, в прямом желании. А сейчас, с возрастом, я очень хорошо понимаю эту фразу, потому что я касаюсь свою дочь миллион раз за секунду. Ее сейчас уже это начинает раздражать. Я трогаю ее волосы, она мне: «Мама, не трогай меня». Я постоянно хочу коснуться Валеры. Я прихожу к нему на площадку, и, может быть, даже это... При том, что я не на публике тоже очень не люблю какие-то чувства прилюдно выражать.